Сообщения о выходе медведей к людям в Облучинском районе появились в областных СМИ на прошлой неделе. Так сообщалось о том, что зверя заметили возле железнодорожного туннеля. Незамедлительно на место выехали сотрудники областного управления по охране и использованию объектов животного мира, подведомственной организации и представители охотпользователя. Однако подтвердить информацию не удалось. На место прибыли, опросили всех, кто там работает, присутствующих. Информация не подтвердилась. Следов жизнедеятельности медведя не обнаружено. Также и видеокамеры, которые там висят, не зафиксировали. При этом не стоит забывать о том, что медведь и другие крупные хищники, обитающие в ЯО, представляют серьезную угрозу. Так, передвигаться по лесу специалисты советуют шумно, предупреждая хищника о своем присутствии. Выходить в лес лучше большими группами. Устраивать привал нужно на открытой местности с хорошим обзором. Остатки пищи нужно сжигать, чтобы не приманить зверя к себе. Если же встреча с хищником все же произошла, его можно отпугнуть громкими звуками. Это криком, топотом, свистом. Если медведь вам встретился на охоте, ни в коем случае мы не рекомендуем в него стрелять, так как хищный зверь смертельно опасен. Также смертельно опасно приближаться к медвежатам, так как неподалеку всегда есть медведица, которая будет разъярена этим поступком. Самой частой причиной выхода дикого животного к людям специалисты называют голод. Однако происходит это, когда естественного пропитания в лесу животному не хватает. Как правило, это зима и ранняя весна. Андрей Кирюшин, Андрей Терехин, Новости 21.